Чтобы поверить в добро, надо начать делать его. Это слова великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Вокруг нас много тех, кому нужна помощь. Студенты Севастопольского государственного университета решили сделать доброе дело и с помощью собранных на ярмарке средств помочь братьям нашим меньшим. В организации ярмарки приняли участие 10 студенческих отрядов Севастополя. В прошлые годы деньги уходили на детские дома, на Севастопольский приют для несовершеннолетних. В этом году решением студентов было принято решение, что деньги все собранные мы передадим в приют для бездомных животных. Потому что студенты посчитали, что это такая сфера, которую очень редко как-то помогают. Поэтому в этом году решили немножечко поменять наши традиции. На ярмарке была представлена разнообразная выпечка, сладкие угощения, сделанные руками студентов, различные тематические столы с изделиями ручной работы. Любителям подкрепиться можно было на месте отведать вкусные угощения. Ребята готовили их всю ночь, чтобы гости ярмарки могли попробовать свежие и горячие пироги. 3 часа ночи мы легли спать. Еще пироги у нас еще готовятся, чтобы приходить, горячие к столу приносить. Мы готовили шарлотку, пироги с мясом, также и с курицей, с ветчиной, с сыром. Вот мы все делали сами, а также идея нашего стола – это крафтовые чаи авторские, которые мы сами придумали и будем готовить и предлагать ребятам. Цены у нас приемлемые, то есть для студентов, мне кажется, это подойдет. И мы надеемся, что наш товар очень быстро разойдется за счет этого. Представляем собой русскую кухню, олицетворение того, что мы готовили от чистого сердца. У нас есть сушки на веревочке, то, что было раньше. Это придает какой-то определенный дух. Мы старались, мы готовили, мы делали все, что было в наших силах. Мы хотели представить себя оригинальными, и поэтому у нас вот такая вот идея. У нас очень сплоченная команда, я благодарна ей безумно. И думаю, 4-я ежегодная ярмарка пройдет на ура. Труд крут! Организаторы тщательно продумали программу ярмарки. Каждый для себя может найти здесь что-то занимательное. Можно даже сделать татуировку, правда, временную. На ярмарке можно было заключить семейный союз в импровизированном ЗАГСе. 12 октября Ира становится законной супругой Дмитрия. Вы согласны, Ирина? Да. Вы согласны, Дмитрий? Да. Жених завязывает прекрасный браслет. Это инновация. Участником ярмарки мог стать любой желающий. Все гости остались довольны и получили незабываемые впечатления. Общий настрой, общий задор – это действительно здорово. Ребята из разных институтов, ребята, в основном это наши студенческие отряды, собрались здесь вместе. Это благотворительная акция. Ребята не просто продают свои товары, они делают благое дело. Поэтому в целом вот этот вот задор, общий настрой – это просто здорово. Участники ярмарки могли проявить себя в спортивных состязаниях, в настоящих богатырских играх. Также в программе были конкурсы и подарки от студенческих отрядов Севастополя. Чтобы принять участие в празднике, гости должны были обменять деньги на специальные купоны. Также гостей ярмарки радовали своими выступлениями студенты Севастопольского государственного университета и творческие коллективы города. Все собранные средства будут отправлены в помощь Севастопольскому приюту для бездомных животных. Марина Иванова, Дмитрий Лилека, Севинформбюро.